Здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую. Мы начинаем проходить. Ну как начинаем? Просто посмотрим, что за игра, да? Мы уже вместе смотрели, что за игра, мы проходили полностью, да, эту игру. Вот, только я был за искатель, то есть эксплорер, да. Он был за библиотекаря. Сегодня мы меняемся ролями. Я не знаю, что там, что он видел, что видел он, а он не знает, что видел я. Вот. Эта игра называется We Were Here. Хере, что-то, ну, короче, Вивере Хере, короче, вот так вот называется, собственно, да. Интересная игрушка, вот. Ты спросишь, да, а нахуй ты снимаешь, если вы, блядь, ее прошли уже, да, собственно, нахуй ты ее снимаешь, если вы уже ее прошли, ее ебать. Зачем, нахуй? Объясняю. Когда ты проходишь за искателя, да, в моем случае, там чуть другие эмоции, чуть другой сюжет, чуть другое видение игры. Также за библиотекаря. Поэтому посмотрим. Посмотрим, как вам зайдет, не зайдет игра. Если зайдет, то мы ее до конца пройдем. Чем бы нет. Поэтому, значит, подобное надевайте плюдик обязательно. Приятного аппетита, кушать, прям чипить кофе, пить или вся воды. Приятного вам просмотра. Приятного просмотра. А мы, собственно, начинаем смотреть данную игру. Саш, поудобнее. Начинаем. Смотрим, смотрим. Я думаю, эту игру вы проходили, да, либо нет, либо смотрели прохождение игры, где из-за библиотекаря, из-за искателя вообще совсем разные, как бы, ну, видения игры. Вот, в конце, в финале данной игры я скажу вам, что да как я думаю, в принципе, об этой игре. Вот, поэтому, что за стороны, со стороны искателя, что со стороны библиотекаря, скажу вам общее мнение, да, об этой игре, в принципе. Вот, ну, если вам зайдет, конечно. О, блядь. Так, вот такое у нас с вами начало. Непонятно какое. Наверное, звук вот типа громче делали. Мы его не скипаем. Тут мы видим какую-то экспедицию с вами, которая куда-то пошла, да, то есть заблудилась, что-то видит. Пускает сигнальный файр, сигнальный огонь. Видит замок. Такие, ёбаный сыр, что это нахуй такое, ебать? Нарисовано, ёбано, ну давай зайдем, хули. Заходят такие, ёбаные роды, такие, ебать. Опа, какая-то херня, такие, нет, ёбано. И все, блядь, собственно. Какой-то чел тут, видите, стоит. Непонятно какой. Для чего он стоит, зачем он стоит, непонятно тоже. Непонятно тоже. Да, это We Were Here, блядь. Там несколько частей, их 5 вроде или 4. Если вам, в принципе, зайдет игра, вот, то мы можем все пройти. Интересно будет. Потому что мы прошли только первую. И начало вроде третье, что-то такое. Демо-версию. Так. Сейчас. Так, а где? А, во. Блять. Алло? Алло. Ебать, а что тут за хуйня? Док, не подсказывай мне, окей? У меня тут какая-то доска, я вижу. Ты меня слышишь? Я тебя, да, я тебя слышу. Блять, что это? Я, кстати, я реально за это, ну, я не играл за библиотекарь, какая-то хуйня, блять. Between the Ace. Алло, алло. Алло, 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 алло. Слышишь, ёбана? Устемни тут вот эти вот символы за колючками. Хорошо, какие у тебя глаза на колоннах стоят? Красная? Красная? Да, чисто два красных.
Ну попробуй М с двумя палками, которые на углах, и, блять, как называется это, и букву Л. Неправильно. Неправильно, блять. Угу. Хорошо, так, это мы попробуем. Давай попробуй за 2 Г без хвостиков. И попробуй... И попробуй, как, знаешь, этот серп ебучий. Ну, типа, не знаю, как дьявольский вот этот, блядь, хуйня. Типа, блядь, там палочка идет такая, блядь, и две закорючки вверху. Хуй его знает, что это, блядь? А у меня только Г без хвостика. Ну, Г без хвостика берешь, там они без хвостика идут. Просто, блядь, две Г перевернуты. И вот эту хуйню, которая как палка идет там вверху, и две такие закорючки идут вверх. Хотя это синий, блядь, вроде даже. Ну, неправильно, неправильно. Ну, бля, пробуй на рандом, ёбаный, да нахуй. Нет, вот ты тогда вчера мне говорил, ой, найти красные глаза. Подожди, смотри, это синий у нас. Это у нас красно-синий. Это у нас зеленый. Это у нас синий-красный, зеленый. Х это, ага. М. Ага. Бля, какой же там... Попробуй М с этими, блядь, которые на углах идут палочки, и Х внутри кружочек. Уже вроде пробую. Попробуй, ёбаный, еще раз. Я... Ну, блядь, тогда на рандом ебашь. Блядь, какие-то книги, блядь, что это нахуй? С тебя не лучше был, ёбаный. А как её разворачивать, подожди. А как её разворачивать? Эскейп. Т. Что, блять? Б не работает. У. Блядь. А чё она, блядь? Нихуя не работает, блядь. Как её перелистывать-то, блядь? Ну чё, прошёл? Блядь. Ну я не помню, какие там были, правда. Мари, пробуешь один символ со всеми символами, потом так идешь дальше. Я так и делаю. Ой, бать, что это, блядь? А куда оно пропало, блядь? А что это? Works, ага. Карта есть. Книга еще есть. Чё, чё, чё? Давай, говори, какая у тебя картина. Говори картину, ёбана. Чё за картина у тебя-то? Сейчас, да. Это вот этот вот журавль, у которого посередине вот эти, срастились эти пальцы, или что это, и у него... На спине это улитка и тоже два клюва. Сбоку короткий клюв, спереди длинный и фон коричневый, красный вроде. А у него один класс, да? Ну да, да. Сросшимися лапками. Ну смотри, короче, треугольничек этот ебучий, как микросхему ты рассказывал мне. Вот он первый идет. Дальше идет этот цветочек. Второе. Ага. И третье ебало нарисованное. Цветочек какой, типа? Второй. Ну там цветочек, как помнишь, кот без туловища, я тебе говорил. Цветочек, как кот без туловища. А третье ебало нарисованное.
прошел? Блять, а чё? Чё за хуйня-то? Какие-то у меня комнаты здесь. Ты видел? Так, чё, где ты сейчас? Смотри, вот видишь, у тебя там карта должна быть какая-то. Да-да-да, она у меня есть. Я так понял, что ты по ним не должен говорить, куда идти, но прикол в том, что тебе нужно этот откачать воду, блядь. Так, хорошо, где это делается, блядь? Всё, вижу. Так, откачать тебе воду, да? Да. Откачалось? Откачалось? Нет. Прибывает, наоборот. А сейчас? Нет, прибывает. Быстрее, у меня сейчас заполнится все. Так, давай, где ты сейчас? Лабиринт. Лабиринт. У меня есть какая-то карта ебучая есть. Просто мне нужно знать, где ты находишься, и все. У тебя там, как я помню, есть три рычага, блядь. Синий, зеленый и красный. Тебе нужно, я так понимаю, сначала открыть синий, как я открывал. Пройти, найти зеленый, открыть его, найти красный, закрыть синий, вот, и потом пройти, и все. Ну, это как я помню, вроде как. Какие-то книжки, блядь, что нахуй? Какие-то книжки, чешо, не книжки. Там эта хуйня. Так, ну, давай пока понесли эту хуйню. Да блять! Да ебать тебя в рот! Где ты вообще находишься? Ну и смотри, ну у меня начало там, где белые ворота или что-то. Хорошо, куда ты пошел-то? Знаю, народ. Ну, в какую сторону, влево, право? Направо получается. Получается вот сюда. Ну я смотри, я где вот зеленые ворота. И если вот я лицом стою к зеленым воротам, то справа от меня красные ворота закрыты. Ну вот, тебе нужно найти синий рычажок, его открыть, тебе откроется зеленый. Ты открываешь зеленый, закрываешь синий. Там будет красный рычажок. Ты его открываешь и все, идешь потом, блядь, через красные ворота, короче, откроется. И все, ты пройдешь сюда. Ты мне по карте нужно направить, куда мне. А я ебу, где ты, блядь, сказал, хуй знает, где ты, блядь. Я сказал, зеленые ворота, вот. Я перед собой, вот я стою, вижу, раз, зеленые ворота, через небольшой промежуток, дальше идти. Так у меня здесь без обозначений, у меня здесь без обозначений, блядь. Без всего? Да, здесь просто, блядь, лабиринт каменный, и все, здесь нет зеленого, синего, красного. Нет, там он и есть, просто это баг игры, там он, блядь, не виден, как помнишь, это было. Ну, я тебе говорю, как я проходил тогда. Ну, чисто так, если это баг реально, то я так прошел. Ну, ты подожди, убери карту из рук, она у тебя может потом проявиться, ты сможешь посмотреть. Ну, я убрал уже, убрал. Ой, бать, а это что? Зеленый рычаг. Красавчик, тебе нужно теперь закрыть синий и пройти через зеленые ворота. Там будет красный рычаг. Его открываешь, идешь, открываешь синий вроде рычаг и все. Да. Ну вот это, кстати, более скучная такая, как по мне.
Как по мне, это более такая, да, библиотекарям более скучно. Пока что, потому что я пока, видите, в одной локации бегаю, в принципе-то, да, там, ну, она такая большая довольно-таки, ну, средняя, наверное, даже больше. Тут ее раз дверь, второй этаж, книги есть ебучие. Как книгу, блядь, разворачивают, это вот прикол. А как книгу разворачивать? Ну, открывать ее, ебать. Да. Ну, хз, если честно, я про что и говорил, типа, я не мог открыть. Охуенно, блядь. Ебать, тут нахуй я здесь свою текстуру этой книги смотрю, блядь. Прозрачно она, ебать. А-а-а, ебать, знаешь, что я понял? Чё? Тут-то рычаг есть у библиотека, чтобы смотреть эти, блядь, цвета. Вот, на теперь цвета есть, ебать. Так, ты какие открыл? Ну, никакой нет, когда потянул за зеленый рычаг, но он закрыл сзади меня дверь, и я не смог выйти, мы все всего отключили. Короче, ищи сейчас синий рычаг. Если ты вышел с белых, ну, с белого этого, блядь, с белой хуйни, вот это, блядь, ворот, тебе нужно было идти направо и еще раз направо сразу же. Там спуск будет, там синий рычаг. После тебе, наверное, его, знаешь, как нужно было? Тебе нужно было пойти потом назад, повернуть налево, идти прямо, потом направо, идти до конца. Там будет тупик слева, потом там будет справа проход. Идешь через проход, нажимаешь зеленый рычаг, идешь обратно. И все, блядь. Идешь, блядь, обратно, там, блядь, через синий рычаг, там будет такой проход. Вот, и синий ворот там будет как раз открыто. И когда же зеленый рычаг ты нажал, у тебя зеленые эти, блядь, ворота откроются, там красный рычаг. И все. И ты проходишь потом просто прямо, и все. Прямо и потом налево. И направо. И вот тебя прошел. Ты где сейчас вообще находишься, в принципе? Да я уже открыл этот зеленый рычаг или красный. А ты сейчас где находишься? Около зеленого рычага? Идешь, слева тупик, и направо тупик. Чуть проходишь направо и потом налево, чтобы идти дальше по проходу. Да, понял. У меня все исчезло. Что, ты открыл красный, что ли? Нет, я открыл синий. У меня просто все исчезло, все цвета исчезли. Ну, я говорю, это баг. Это скорее не зачерненный, это просто баг или надо обновлять. А может, я спецом сделал? Ну, может, реально все открыл? Подожди, дальше обновлю. Ты сейчас где находишься? Я где синяя дверь закрыта. Смотри, иди обратно сейчас. Налево сейчас, после этого, налево, вниз. Да, вниз идешь, потом поворачиваешь налево, там вверх будут ступеньки у тебя. Там будет у тебя правее белая дверь. Как белую проходишь? Белую дверь проходишь, и там будет справа у тебя еще один спуск. Туда спускаешь, там синяя есть у тебя. Нашел? Ну стой, я открыл. Ну открыл синий? Теперь иди обратно, как ты шел к закрытой двери той синей. Там зеленый рычаг просто находится. Тебе его тоже нужно открыть. Ну, бля, библиотекарям в плане скучно именно самого сюжета играть, да, но... Открыл? Все, теперь смотри, иди обратно. Просто по прямой иди сейчас до упора. После поворачиваешь направо и резко налево, там будет такой заход у тебя вверх. Направо?
по идее, у меня направо, да? Пусть. А у тебя налево. У тебя направо, направо у тебя должно быть проход. Направо. Да, 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 да. И потом налево резко, там будет проход вверх налево. Вот ты повернул налево, до упора идти. Смотри, идешь сначала. Ты прошел до упора вверх. Да. Потом поворачиваешь направо, и у тебя будет лестница такая вверх, слева. Туда поднимаешься. Ничего. У тебя открыта там дверь? Не-не, у тебя есть закрыт. Подожди, если у тебя закрыта дверь, но это хорошо наоборот. Алло. Алло. Ты сейчас где? Возвращаюсь, красно выручу. Не нужно, у тебя есть закрыта дверь? Правильно, у тебя закрыта там дверь была? Да. Все, это хорошо, потому что у тебя открылся типа вход, как пройти. Тебе нужно обратно идти сейчас. Ты сейчас где? Около зеленых ворот? Я просто не пойму, где ты, и все. Тебе сейчас рычаг не нужно трогать красный, потому что у тебя открылся вход, чтобы пройти дальше. Я у красного закрытый вход. Хорошо, там где лестница, да, такая еще идет? Да. А у тебя, скорее всего, сейчас повернешься назад, у тебя, скорее всего, левее тупик, да? Правильно понимаю? Ты смотришь, откуда смотреть. С твоего лица смотреть. Да-да-да, ворота красные какие, которые лестница вверх, и если ты повернешь назад, с твоего лица левее пройдешь, у тебя там будет тупик. Верно? Да ёбаный рот, бля, и верно? Бля... Да-да-да, говорю, верно, у тебя слевее тупик. Ну если я лицом к дверям, лицом к этому к воротам, с лестницы наверх, то у меня справа я захожу в помещение, и там тупик, а слева, если идти налево, то тупик, и надо, если идти налево, я иду прям до конца, и потом мне надо повернуть налево. А что у тебя за красными воротами сейчас закрытыми? Ну какое-то прям маленькое, ну просто как обычный коридорчик, который идет вниз налево. Вниз налево. Значит, это он. Смотри, сейчас поворачиваешься назад, идешь вниз, поворачиваешь с твоего лица направо. Идешь до упора, потом поворачиваешь налево, и там ты увидишь, прямо если пойдешь, там увидишь зеленые ворота. Увидел? Нет. Бля, ну просто если это те ворота, значит все правильно. Нет, ты просто мне говоришь сразу идти куда налево, направо, но ты не говоришь... Смотри, если ты поворачиваешься назад, то есть, чтобы уйти от этих красных ворот закрытых, тебе нужно будет спуститься вниз сейчас и повернуть направо от твоего лица. У синего рычага? Смотри, поднимайся вверх сейчас. Поднялся? Ну и куда, налево, направо? Налево иди, до упора. Тупик? Что, блядь? Да, блядь, нахуй книгу. Ну, там тупик, там лестницу видишь правее от себя? Еще одну, вверх, которая идет. Да, и что, и потом по лестнице идти прямо, и потом куда там развилку, налево-направо, бежать. Направо иди. Направо, потом поворачиваешь, там будет такой коридорчик, направо поворачиваешь, потом налево вот так вот. Там будут синие ворота, у тебя должны быть открыты они. Возвращайся к синему, блять, рычагу, открывай их.
Но по идее, он сейчас вот здесь вот, как я понимаю, он должен вернуться вот сюда. И вот здесь вот открыть сейчас вот эти ворота. Скажи, как откроешь. После этого лабиринт сам прошел. Ну, правда, сам. То есть я просто нашел вот эти рычаги, вот эти два рычага нашел, эти открыл, потом нашел вот этот, потом вот так походил сюда, тут у меня было закрыто, я такой, подожди. Тут открыл, прошел сюда, тут закрыто было. Я вернулся, короче. Тут зеленый рычаг. Так, у тебя дверь напротив закрыта? Ну, если зеленый вниз опущен, да, она закрыта. Открывай ее. Дальше проходишь в эту дверь, доходишь, и у тебя будет поворот налево с твоего лица. Там должна быть у тебя красная быть калитка, она должна быть открыта. Ну я прошел. Теперь шахматы. Ох, ебучие шахматы. Там генератор, видишь, красный, тебе нужно его активировать. Сейчас я. Блять, что нахуй? Меня забаговал, что ли, блять? Алло, меня слышишь? Да. А чё за хуйня? Почему я забаговался-то, блять, хуйня-то? А чё мне она забаговалась, меня слышишь? Там на Е, на Е. Охуенно. А, все. Ну, у меня кассета забаговалась. Короче, видишь шахматы? Помнишь, ты говорил, королева у тебя была там? Королева, еще она низкая, с бородой, невысокая. Чего у меня забаговалась-то, блядь? Бля, у меня кассета забывалась, я не могу ее взять нахуй. Я тебе тогда тоже говорил, она, это королева, чтобы ты понимал. Она с бородой маленькая, это королева. Ты сам, а, ну да, это странно, пиздец, это просто мужик ебан. Есть что-то наоборот даже. Ты помнишь, как ходила? От королевы, короче, с двух сторон королева, типа с черной, и ходишь пешками на два. Помнишь ты эту тему? Ну да, там, ну у тебя пленка есть. Так у меня она забаговалась, я не могу ее взять. У, блядь, Б нахуй. С. Не могу взять эту ебучую пленку, блядь. Забаговалась у меня. Хотя, может, мы даже в этой серии все пройдем, ребят. Прям быстренько. Посмотрим, может, разделим. Все, прошел? Прошел? Ну, может, для видоса показать, как. Для видоса показать, как? Ну, да, типа. Пленку. Да, я уже прошел просто. Ну я понял, понял. Ладно, давай тогда вот на этом серийку остановим с тобой. На этом мы серийку останавливаем. Ну ебать, игра тоже короткая, блядь. Просто 30 минут уже запозделить, так, знаешь, на 2 хотя бы. Ну давай сейчас доснимем, типа, как будто врачи. Ребят, спасибо за просмотр, такая серийка была. Да, короткая, хотя игра тоже очень короткая, поэтому спасибо за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте, не забывай подписываться на канал, ставь лайк. Это поддержка мне, огромное спасибо, кто это делает. Все, давайте, ребята.